Почему такое количество людей? Знаете, сюда пришло кризис? На полном серьезе. Сейчас посмотрите, я посмотрел цифры на Форексе, объемы на Форексе выросли в 4 раза за год. Почему кризис начинается у людей, люди думают, а какого хера я буду за $200 зарплату ходить на работу, если лучше можно сесть, попробовать поторговать и заработать больше. Что правильно. Сейчас зарплата, первичная зарплата в Украине 3500 гривен. И то не сильно там найдешь. Вообще даже меньше. Ну, образ, 3000 гривен. И люди себе задают. Представляешь, 3000 гривен на сегодня, образ, да, это там $120. Представляешь, я за $120 должен 5 дней в неделю пахать.